свет выключали ночью. Я думаю, что за фигня? Аэропорт. А выход. Девочки, смотрите, короче, намочила я ее. Что случилось? Что ты на меня наезжаешь? Как будто на неделю и на 5 человек. Вот, молодец. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И начинаем новый влог. Сегодня ко мне приезжает моя подружка с Москвы, моя Любочка, вместе с Марком, с сынулей со своим. И они у меня погостят какое-то время. Я надеюсь, что они приедут как можно надольше. И сейчас я занимаюсь тем, что освобождаю вот эту комнату. Хочу, чтобы было достаточно комфортно, чтобы у них прям вот своя комната была, да, где они располагаются, отдыхают там и так далее. Вот сейчас убрала все коробки вот эти вот в прихожую. Одну вешалку, которая вот здесь была, как раз перегородила весь свет, да. Тоже убрала в прихожую. Сейчас вот эти все коробки я тоже уберу. Вот максимум останется вот это две вешалки. Вот эти, потому что их пока что реально некуда девать. Сейчас уберу все, что на подоконнике, чтобы тоже было приятненько, да. А, вот это тоже уберу. И думаю, что вот здесь я постелю, как мы с Денькой тогда спали. Либо надувной матрас постелю, либо вообще не любят спать на полу. А у меня есть еще такая поролоновая штучка. Я встречу через... Вот так, через 3 часа где-то они уже будут в Ростове. Я их встречу, и мне кажется, они поролоновую штучку выберут, если честно, а не надувной матрас. Ну, я им дам выбор. Постелю здесь, дам им суперкомплект белья хорошенький такой. Сейчас помою полы здесь, попылесосю, чтобы все в комфорте было, да, чтобы вот минимально остались какие-то вещи. Ну и вообще, пора здесь уже освобождать, и я уже знаю примерно, где будут розетки. Нужно будет доделать кухню и пригласить уже нашего электрика, чтобы он все рассчитал и сказал мне, что и сколько покупать. Вот, сейчас это тоже я немножко тут приберу. Я потихонечку прибираю. Вот, я хочу, чтобы моя Любочка комфортно себя чувствовала. Сейчас я пока что сюда набрасываю, буду сейчас распихивать. Все это что-то на балкон уберу. Здесь тоже, видите, коробку поставила, одну вешалку поставила сюда. Какие-то коробки сюда сделала. Сюда спрятала компьютер. Короче, сейчас тоже в свою комнату чуть-чуть подзагружу, чтобы у нас как-то равномерно все распределялось, чтобы ей комфортно и легко дышалось. И нужно будет мне, будет на окно мне что-то повесить, чтобы тоже создать уют. Короче, вот чем я сейчас занимаюсь. А почему такая красивая, вы думаете? А что ты, Селена, такая красивая? Обычно ты такая так себе, а сегодня прям красотка. А сегодня у меня был опыт, девочки, первый раз фотографироваться по фейстайму. Вот, я так переживала, на самом деле, думаю, как это, что я буду перед телефоном крутиться. На самом деле, очень даже, вот я жду фотографии, когда будут готовы. Вот цепочка с фотосессии здесь оказалась. И мне прям хочется, мы с Денькой пофоткались, и даже с котеной пофоткались. И я сама, и даже еще один раз переоделась. Хотя у меня сегодня такой насыщенный день, нереально, просто я ничего не успеваю. Мы же успели из дома выйти, там кое-что продала на Авито. Короче... Куча всего. Все, сейчас я, короче, приготовлю комнату, покажу вам, как я ее приготовлю. И надо немного поубираться, потому что тут тоже, видите, уже набросано, все набросано. Данька играет, гуляет. Пока фотосессия была, тут вообще бордель такой был. Короче, подготавливаюсь я к приезду моих гостей дорогих. И хочу все сделать супер. По максималочке. Так, нашла сейчас, смотрите, тюль такую вот. Здесь прям важно, чтобы была тюль, потому что никак все время занавески задвигать. Сейчас на 3 гвоздика прилеплю, и мне кажется, что будет, девочки, что здесь будет очень уютно. Смотрите, вот до, сейчас прибью, посмотрим. Смотрите, как хорошо получилось. Мне кажется, ну, она у меня впритык, конечно, это не для этого окна, но у меня больше тюля нету, а мне нужно быстро создать уют. В общем, это хорошо, я думаю, все равно занавесочки надо найти, потому что у нас за окном светло. Вот, чтобы вечером могли они зашториться и чувствовать себя еще уютнее. Так, ну классно, мне нравится уже. Вот, выключим свет. Класс! Классная комната здесь будет для Денечки особенно. Так, они уже садятся в туалет, блин. Они уже садятся в самолет. И, ну, прикрепила, короче, вот так, кое-как. Просто, да. И, ну, вот так вот оно здесь свисает, потому что они длинные слишком. Пусть свисают вот так вот, да, вот так, и с другой стороны. И если они не двигаются, да, но если захочет открыть, просто вот так вот, раз, здесь можно за это спрятать, да, а здесь можно
Ну, завязать можно будет, да, или тоже за это. Ну и все, и тоже достаточно светло и комфортно. Только приглушенный свет получается. Мне кажется, ей здесь понравится. Вообще, на самом деле, я устала, но, блин, я получаю такой кайф, на самом деле, когда мне хочется вот так все сделать, все, мне прям хочется, она придет, и что она скажет, что отдельная комната. Вообще, это клево. Я, когда приезжала к Любе, очень... По-разному всегда все было, то есть, когда была возможность, она всегда мне предоставляла с Денькой отдельную комнату, да. Когда не было возможности, мы спали вместе. Поэтому я по возможности понимаю, что нету у меня, конечно, вот полноценной кровати, меня вот это бесит. Вот, поэтому мне хочется это компенсировать максимальными удобствами, тем, что будет отдельная комната, что можно будет закрыться тихонечко. Я даже думаю, телевизор ей свой отдам, если они с Марком смотрят. У меня на телевизоре, видите, мальчика висит, как будто здесь, я не знаю, это после фотосессии. Как будто я тут... Ю-ху! Поехали. Телевизор, короче, если захотят, отдам, будут смотреть, если смотрят, потому что мы не смотрим. Мы вот в зале смотрим телек, а потом все. Так, все, помыла полы, все сделала. Денька, это твоя комната, кстати, будет. Ля, буквами ДНК. ДНК. Покажи, Дэнь. ДНК. Денька, по-другому. Так, все, розетка для того, чтобы заряжать. Вот телефон всегда это нужно. А Милка что-то тут уже тащит. Вечно она что-нибудь схватит и тащит. Ты как это, знаешь, кто так делает? Вот кто так хватает вот это и тащит в норку куда-то к себе, как крыска маленькая, ну? И такой же хвостик маленький. Смотри, взяла в руки. Смотри, взяла в руки. Это просто вообще обезьянка, я говорю. Посмотрите. И что там у тебя? Что там у тебя, обезьяночка? Что за бумажечкой ты играешься? А ну-ка покажи. А ну дай маме. Маме дай игрушку. Маме дай игрушку. Ах ты дикарка. Ах ты дикарка хищница. Скажи, от разгуляться, да, побегать. Скакун. Так, комнату-то я освободила. Теперь мне нужно вот здесь порядочек навести, да? И в зале. Сейчас буду думать. Куда что распихивать, но коробки вот эти, походу, так вот и останутся. Или на балкон их попробовать. Сейчас буду думать. Уже выезжать надо скоро. Ой, крошки мои, убирала, блин, убирала. Батарейка у меня здесь уже села. Я так и не показала вам, что я там поубирала. Потом покажу, все, уже надо бежать. Потому что уже через, знаете, сколько? Через час ровно, через час будет Люба. А мне нужно еще доехать до мамы, взять второе кресло. И еще зайти в магазин, водички взять. Вот. Так, заехали на краткосрочную стояночку. Сейчас мы где-нибудь прям поближе-поближе, прям, знаете, чтобы вообще нам не нужно было долго идти. Аэропорт. Выход. Кстати, я не пойму, что все закрыто. Аэропорт – место силы, место перемен. Крутое место, люблю. Люблю аэропорт. Маски сказали не пустят. Без маски сказали не пустят. А я предусмотрительная взяла не только себе и Дэнни, еще и Любе и Малому взяла, но они с маской. Вот. Короче, все, 2 минуты. Мы за 2 минуты прям приехали. Вылет у нас вот внутренний контроль, прилет вот здесь. Пойдем сядем. Сядем, пойдем где-нибудь вот тут. Идем, идем, ищем. Мы проскочили внутрь. Так делать нельзя, но мы наглые. Кто это? Привет! Иди сюда. Маркуша, привет! Ты что тут прячешься? Привет! Ты к нам в гости приехал? Привет, котенок!
Класс! Дорожный вид, кроссовка, как всегда. Я обожаю. Худынька мне моя, худынька, вообще. Классные джинсы. Раздевайся, посмотри, как я одета. Сейчас я. Так, Марк, Катя, Дэнни. Тися-тися. Все, надоело, да? Ну что, мои хорошие, мы все банды в сборе. Наконец-то. Любочка приехала, надеюсь, погостит. Сейчас покажем комнату. Марк. Ага, обезьянка еще одна приехала. Что это? Маша. Что, как Маша? Ладно, поехали. Так, зайки мои, всем доброе утро. Вчера, короче, мы, вы сами поняли, да, мы пришли, короче, мы говорили там полночи, пока детей укладывали. В общем, не было возможности снять, я вообще про камеру забыла, и батарейка села. Но сегодня новый день, прекрасное настроение. Как очень. Тебе? Как очень, тебе? Я так счастлива. Отличная погода, солнышко вообще поднимает настроение замечательно. И у меня, конечно же, дома жрать нечего, ну как бы толком, да. А пришли гости, надо что-нибудь приготовить, чем-нибудь удивить. Поэтому мы сейчас выехали в магазин, заодно сейчас тут еще дела поделаем. Вот, и едем в Ленту, наберем всяких разных вкусняшек, что-нибудь приготовим, короче, сегодня. Буду показывать, если что. Давай вот. Погода просто огонь теплая. Вот. Короче, на связи, будь с нами. Ну что, мы приехали в Ленту. Вот лайфхак для детей. Люба пошла тоже брать машинку. Марк, конечно, побольше Деньки. Ему уже машинка. Нет? Не получается? Слева, ты не лезешь. Ага. Нет? Все, да, маленькая машинка не подходит. Вот это есть побольше машинка. Ну ладно. Я в прошлый раз на ней ехала, она просто чуть-чуть ее ведет в бок. Ой, смотрите, какой чайничек офигенненький Скарлетт продается в Ленте. А стоимость его... Что-то цены не вижу. А, вот чайник. 1000 рублей всего. Хозяюшка. Хозяюшка, да. Тут с двумя огромными корзинами. Две пакеты, как говорится. Закрывашка малая. Дэнь, помаши. Он занят. Так, закрыть надо, а только вываливается, как я езжу. Люк, скажи, какая у нас погода? Вообще огонь. Жара, духота, просто купальник. У меня такое ощущение, как будто я приехала куда-то на отдых. Море, да? На море. Сейчас такое ощущение, поедем делать шашлычки, там, куриные всякие. Курить, я думала, ты скажешь. Курить. А ты не осмотрись, машинка новая. И в очках, а ну-ка. Скажите, можно будет потом машину? Да, вот да, сейчас мы заберем 2 секунды. Смотрите, сколько как еды. Будто, как будто. Мы как будто на неделю и на 5 человек. Котенок, кстати. Помаши лучше. Пока. Пока. Жара, пипец. А, мамочки! Ай, блядь, я всяких жуков боюсь. Ой. Что, знаешь, такие есть? Стригуны, волосы, они цепляются и трындец. И клок волос нет. Стригуны, это типа, слышишь, стригун волосы, так да. Поэтому называются стригуны. Я не знаю, почему их называют стригуны, но если они цепляются волосы, то им пи. Ну, то есть стригут волосы. Стригут. И ты не знаешь, почему они называются стригуны. Ну, вообще их не так назовут, это я называю стригуны. Сейчас будем кушать. Ты на сколько взяла продуктов? А потом пойдем гулять. Примерно. Я взяла, ну не считая швабру, я взяла самую дорогую швабру, которая там была, потому что мне кажется, она самая лучшая уж тогда будет. За 2200. И если вычесть ее, то на 5000. 5,5. Это со скидкой. Ну без скидки все 10. Ну не 10, наверное, но 1000. Так мне вот я 7500 оплатила сейчас. А? Еще они сняли 350, которые у меня там были накоплены. Что? Ну, то есть почти 8. А ты? 4 с чем-то. Офигеть. Я не поняла вообще за... Ну там по мелочи. По мелочи, да? Ну, да. Ну да. Не, ну это нормально, я не в том смысле. Просто вообще сколько вот... Мы, например, заходим, у нас десятки нету на троих. Ну на троих, конечно, давай, с машиной. На троих, давай. На 2 дня. Домой, ну, у нас не на 2 дня, но тоже быстро. Давай еще.
Что, водичку, Зай, давай. Любочка, откроешь ему водичку? Я так пить есть хочу, что-то так сейчас, резко, поняла? Сейчас. Резко, да. Резко. Смотрите, сколько продуктов набрали. Сейчас буду видео снимать отдельно, о чем мы там накупили, зачем, почему. На втором канале ссылочка под видео, проходите. Ну что, мои хорошие, мы пришли домой, честно говоря, вот так все на суете, вот так вот. Я еще видео параллельно снимала на второй канал, что мы купили, честно, ну больше, чем на 10 тысяч набрали там вдвоем. Вот, и сейчас пока покушали, и все, успокоились, как бы, я чуть-чуть прибрала. Марк помог мне с Денькой, отправила их вот туда играть, они играют прекрасно. Мила тоже с ними, да? Да, вот она, Мила. Короче, играют, строят. Погода шикарнейшая просто. Марк, тебе не жарко в футболке, кстати? Нет. Не хочешь снять? Ну, если что, снимай. Короче, вот кайф. Я бы сама с ними здесь сидела, но дел еще много. Я монтирую видео. Вот. Сейчас пойдемте посмотрим, что делает Любашка. Что делает Любашка? Что делаешь? Ничего, лежу, читаю пост. Пост? Чужой пост? Хороший какой-то, мотивационный? Короче, отдыхаем с этого. Как тебе, кстати? Вот, да, кстати, хотела спросить. Люба выбрала сама, вот, чтобы постелили мы вот эту поролоновую штучку у меня здесь. Она на самом деле классненькая. Ну и там вот достелила еще. На твердом, да, любишь спать? Ну, вообще, да. Я предложила ей, надувную кровать, но она выбрала вот это, ей больше нравится. Вот, уютненько. Кстати, от кресла избавилась, которое здесь все, я его продала. Так что классно. Нормально здесь, тихенько. Мы когда здесь с Денькой спали, здесь вообще кайф было. Мне нравилось. Здесь очень спокойная комната. Знаешь, почему здесь прохладно? Мне кажется, сейчас везде прохладно. Я же отключила батарею. А, да? Здесь так прохладно, потому что у нас дома вообще духота. А, ну если ты со своей сравниваешь, то да. У нас невозможно дышать. Южная сторона у них... Да, у вас прям юг, окна. Солнце встает. И все. И все встают. Утра, да? Да. Да, как? 6, 6 4, 5, 4, не 4 знаю. 4 где-то так. И все, жара начинается. Самый этот разгар. Да. Жары. Короче, отдыхаем. Я пошла видео домонтирую. Там давай. Напиток себе сделаю тоже. И потом на связь. А, еще я швабру хочу вот эту затестить. Ну, сейчас я немножко приберу там на кухне и буду тестить эту швабру. Расскажу вам потом, как она. Девочки, смотрите, короче, намочила я ее. Долго разбиралась. Я там сейчас все завалю, конечно. Долго разбиралась, что да как. Ну, разобралась и реально крутая. Крутая швабра. Я прям не пожалела, что я взяла. Вот, сейчас я вам покажу, как это делается. Неудобно было говорить, потому что камера была во рту, представляете? Вот, и сейчас помою. А, Люба спит, ладно, я просто задумалась. Ну, подними меня, я тебя помою сейчас. Блин, тут беспорядок такой. Нормально. Смотрите, шикарненько просто, пыльку вытираем, двигается. Да? Я вчера мыла полы вообще. Вот еще можно тут промыть, да? Еще. Вот так, раз, уходим. Красиво уходит. Ну, в принципе, да, она елозит, видишь, вот так вокруг 63 градуса. Не так плавно, как на той моей, да, но все равно, вот, например, раз, закатила, помыла. Раз, выровняла, да, что-то раз, туда. Как бы достаточно удобно. Классно. Давайте-ка реально поиграем. Ну-ка, сколько у нас очков? 4. Что-то надо делать. Карточки. Так, карточки, да? Так. Это мы, кстати, брали в Фикспрессе, да, Денька? Нуська. А что делать-то надо? Не знаю. Берем карточку. Верю, не верю. А. Типа, существуют ли, наверное, такие штуки? Да. Если, а если... Подожди, а если не существует? А где-то правила должны быть? А потом, короче, если ты делаешь что-то не так... О, смотри, давай вот еще карточки. Давай. То ты одеваешь нос. Верю, не верю. Игра 6+. Ну, как раз у нас скоро будет 6+. Подожди, вы еще не все достали. Вокруг игрового поля расставляются все колпачки, кроме серого. Он будет указателем. Так, давай. Вот так.
Давай, Дэнь, ты собрал карточки? Бери карточки, играем, да? Так, дальше что делаем? Смотри, что получится, мама. Все, теперь я, давайте. Денька, существует или не существует? Да или нет? Давай, колпачок тебе, нет? Даже страшно. Давай, одевай, Люби, колпачок. Давай. Люба, одевай колпачок. Одену. А давайте просто камень, ножницы, бумага, короче, давай. Камень, ножницы, бумага, давайте. Дэнь, умеет? Да сейчас, он сейчас увидит и начнет. Смотри, давай. Сына. Камень, ножницы, бумага, ЦУЕФА. Девочки, смотрите, в пятерочке показывала, я вам брала настоящий десерт. Открываю. Мне кажется, это типа Наполеон, я говорила, да, смотрите, здесь даже вилка есть, можно это в дорогу как бы взять, и вот тебе, пожалуйста. Дома можно ложки иметь. Сейчас попробуем, да, садись, Люб, давай, пробуй. Ложечку окунула, смотрите, красота. По мне так божественно. Но я сладкоежка. А вот Люба не сладкоежка. Что скажешь? Вкусно. Не сладко. Ну, в смысле, нормально. Реально, прям как, ну, Наполеон, как готовила моя бабушка, как моя тетя готовит. Как вся моя семья готовит. Угу. Это вкусно. Мы еще взяли штрудель этой фирмы. Ну, это завтра, наверное. Реально вкусно. Угу. Она бывает, знаешь, такие прям приторные, сладкие. Угу. А она такая легкая. Ну, да. Можно есть. Доброе утро, мои хорошие. Мы проснулись в 8:30 с Денечкой. И где-то в 9 к нам пришел уже Маркуша. Привет! 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 И вот мы играем. Любочка еще отдыхает. Я не могу собраться и сделать себе кофе. Вот сижу, туплю, включила ТНТ, такая туплю. Сегодня суббота, вообще неделя пролетела быстро. Я думала, начало недели только. Свет выключали ночью. Я думаю, что за фигня? Кофеварка мигает. Котел что-то непонятно, странно себя ведет. Сейчас смотрю на компьютер, он выключен. Ну, понятно, значит, выключали свет. Хорошо, я все сделала вечером. Опубликовала видосы. Слава богу. Ладно. Надо что-то мне приготовить. Не знаю, что. Кофе, чай, матча. Не знаю, мне что-то плохо вчера было. Сердце вот так вот хватало. Периодически тахикардия. Я поделала уже все свои дела. Сейчас варю макарошки с сыром деткам. Пойдемте посмотрим, что они делают. Любочка проснулась, умывается. А детишки смотрят мультики, да, вдвоем? И ждут макарошки. В основном, конечно, они вот так вот кидаются подушками. Это просто был момент, когда они сидели спокойно. Это было очень мило. А Милка у нас ест мясо, я ей сделала. Дала сегодня двойную порцию, потому что, мне кажется, что-то ей маловато. Так, мы чем мы занимаемся? Время-то у нас уже 3:30. Детки бегают, уже поели. Мы собираемся, наверное, выйти на улицу, там хорошая погода, я вообще хочу в Ленту заехать, еще кучу всего надо купить. А Люба, знаете, чем занимается? Поздравьте ее! Она открыла свой канал, наконец-таки, и даже есть у нас первое видео, какое? Какое видео, Люб? Какое у тебя первое видео, Люб? Подожди. Она еще стесняется, она еще не поняла, она только его опубликовала. Еще не сообразила, что она блогер с сегодняшнего дня. У нее уже 2 подписчика. Это я и Роби. И уже 11 просмотров. Я не знаю, кто ее смотрел. Мы 2 раза. Первое, с чего я начала, это просто уход. Я никогда в жизни не делала ухода. Сама за волосами. Ты так близко камеру держишь. Это очень далеко, на самом деле. Короче, ламинирование волос в домашних условиях желатином Люба попробовала впервые сделать дома. Своими руками. На самом деле, это вообще жесть, это не для меня. Как мы снимали с ней это видео, честно, мы снимали с ней видео. Она снимала у себя дома видео это, и это было видео, не знаю, сколько, 5-й попытки. Сколько раз этот желатин у нее там застыл. В общем, посмотрите, оцените, что получилось. Я ссылку на ее канал оставлю под видео, а также она у меня будет в рекомендованных. Справа, там, на моем канале, короче.
Заходите, подписывайтесь, поддержим ее, давайте. И мы будем еще много видео всяких снимать. А еще она хочет покраситься, короче. Говорит, давай купим мне краску, покрасим меня в белый цвет и затонируем пепельным. Пепельный. Понимаете, да? А я же профи. У меня-то рука из черного в белую. Из черного в белую у меня рука набита высветлять людей, вы знаете об этом? Не, ну я сама могу высветлять, на самом деле. Я тебе помогу. Ну, в плане покраски волос, это, ну, как бы покрасить все четко и ясно, высветлить тем более. А вопрос желатин, вот это вот намазывать, ждать по 30-40 минут. Тем более первый раз. Первый раз мне. Ну, у тебя хорошо получилось. Ну, но эффект есть, реально есть, но он накопительный. Его надо делать раз в неделю и нормально будет. Короче, вы поняли, да? Добро пожаловать новоиспеченного блогера. Поддержим лайками, подпиской и комментарием. Так, а ну и что вы думаете? Мы снова в ленту. Ё-моёшки. Дашки? Ребята вот с черными, они во всем черном, в черной маске. А мы сейчас оденем в светлые маски. Короче, мне нужна швабра. Ой, мне нужна... Блин, что у меня так живот болит? Дай ручку, котик. Мне нужна это... Ведро правильное для швабры. А то неудобно. У меня ни тазик, ни мое ведро не подходит. Нужно такое удлиненное ведро. Потом мама мне сегодня сказала, что она увидела, что я снимала ей влог. И она говорит, мусорное ведро вот там маленькое, вот то мне купить, надо купить. И еще мы собираемся Любу покрасить. Посмотрим сейчас краски. Она, видите, она темненькая, а хочет стать блонди, пепельная, представляете? Вот, так что идем. Так, я вижу огромное количество ведер тут всяких разных. Мама, кстати, вот попросила у меня. Вот эта ведерко ей понравилась, низенькая, молочного цвета. Какое-нибудь ровное выберу, короче. А мне нужно ведро какое-то, я не знаю, тут одно какое-то плоское. Это, наверное, не мое. А, хотя вот здесь как раз-таки... Здесь, наверное, хранить можно. Слушай, это мое. Да, мое. И в согнутом виде вот так, по-моему. Или нет? Короче, сейчас разберусь, какое мое здесь ведро. Короче, какая-то фигня не влазит ни сюда. Ну, плохо влазит, короче. Не до конца, видите, боком. Или оно не влазит, потому что... Все равно как-то мало. Не пойму. Большая какая-то эта швабра. А это еще меньше, не влазит сюда. И все, и больше нет. Только если вот такие тазики брать. Ну, пипец, конечно, я себе купила. О! А вот это что? Сюда вот идеально. По-моему. Да? По-моему, вот это интересно. Еще мне приглянулась вот такая вот компактная веника, которую можно вытащил, затащил, как бы, да, и... Тоже компактненько стоит вот так, мне кажется. Короче, ведро вот это я беру. Мне кажется, в ведре можно вот так и хранить, и все. И эту швабру, и вот этот веник. Сейчас подумаю, короче. Стоит 1300 по карте. А, и вот эту, короче, не буду брать, потому что, видите, низкий вот этот совочек. Вот что мне не нравится. То есть я должна все равно наклониться, чтобы собрать это все. Поэтому не буду брать пока этот. Посмотрю еще более прикольные какие-то. Пока буду пользоваться тем, что есть. Ну, вот это ведро возьму. Так, и маме вот это вот возьму. Ну, я не хочу, чтобы ты сильно не тратила. Не тратила никак правильно. Что, вот в чем дело сейчас? А ну-ка, Люба, объясни. Что случилось? Что ты на меня наезжаешь? Нет, ну я не хочу, чтобы это было так. Поняла, что ты в меня вкладываешься вот так. Мне потом неудобно. Ну да, у тебя не будет просто возможности не снимать видео. Ты их по-любому должна будешь снимать. Мы сейчас накупили покупочек, и Люба уже... Да. Правда говорю. И Люба уже купила какие-то покупки, а я говорю... Она такая, я так искала вот это. Я говорю, и что ты ей будешь делать? Она такая, а я вот так, вот так. Я говорю, блин, ну ты по-любому уже должна об этом снять видео. Короче, мы сейчас поедем еще в Фикс Прайс. Она кое-что купила в ленте. Сейчас еще поедем в Фикс Прайс. Она там что-то хочет купить. Долго что хотела купить. И я ей говорю, сядешь и расскажешь, что ты будешь делать. Я вот мне интересно послушать и посмотреть. Так что у нас уже намечается куча видосов. Еще надо найти профессиональный магазин. Она говорит, я тут не буду покупать краски. А то я боюсь, говорит, с профессиональными я знаю, что с моими волосами как бы будет. Ну, хотя бы 50 на 50, да. А здесь, говорит, там хоть миллиграмма, ты четко понимаешь, сколько...
там растворитель, растворитель. Зачем растворитель? Растворитель, сколько это ацетона. Ну, а сколько обесвечивания, все такое. По градусам, по градусам, я уже знаю, на градус дети. По градусам. По градусам. Поэтому, ну, вы поняли. Ну, по процентам, да, окислители. Вот. А здесь как бы непонятно. Сейчас еще сожгу. Ну, что, мы затарились нормально, короче, в экспрессе. Опять я зашла, там просто реально целый завал. Я сниму и на второй канал, там по полкам, потому что не все я взяла, там очень много новинок. Ну и что-то я еще и взяла, и снимать опять буду фикс-прайс, блин, новый, офигеть просто. И Люба себе взяла там тушь, такое, что-нибудь там, масочку попробую. Я никогда не пользовалась тушью. Тушью, да, мы все время делаем ресницы, да, и сейчас вот просто пандемия, короче, ресницы все повылетали. Я тоже попробую твою тушью накрасить. Конечно, вместе попробуем. Ну что, мы пришли, переоделись. Люба готовится к видео, к съемкам. А детки наши играют в доктора. Марк захотел доктора. Тут, кстати, прикольные такие штучки в фикс-прайсе взяли. Да? Укольчики делаем. Это что? Для таблеточек всякие штучки. Это у нас молоточек, да? Ой, он тоже светится весь. Это градусник. Градусник не светится? Ой, градусник светится. Грелка, это вдруг, если замерзли, да? А Денька, короче, взял в ушах, которые все уходят и все слушает. Все нормально, Денечка? Все, ножки дышат? А маму послушай. Давай. А Кисю? Все хорошо? Да. Все здоровы? Спасибо, доктор. Еще? Да. Так, давай, Кисю, еще надо послушать. Она что-то мявкала, да, там? Она сопротивляется, не хочет, чтобы ее слушали. Это вредный пациент, капризный. Ой, я не могу не снять эту идиллию. Мальчики рисуют. Так, Дэнь, давай покажу тебе, как карандашик держать надо правильно. Смотри, зайчику, вот так смотри, держишь карандашик, вот так. Вот, молодец, так и рисовать надо, правильно? Ой, короче, мы покушали, устали, Люба сняла видео, я устала, я лежу, я буду завтра снимать. Вот, сегодня, наверное, я этот влог, кстати, закончу, я не знаю, мне кажется, он уже достаточно насыщенный. Вот, я его закончу, немножко передохну и опять начну снимать для вас видосы. Вот. Время проводим хорошо, кстати, удивительно. Раньше, да, когда я приезжала к тебе, как-то более они, да, вот как-то шумно что-то там, вот поменьше как-то были. Два года, да, где-то было прям вообще что-то и игрушки, что-то там и то, и все, что-то непонятно. А сейчас вот я уже в прошлый раз приезжала, они хорошо ладили, и вот Люба ко мне приехала, вообще прекрасно. То есть я... Да, тьфу-тьфу-тьфу, да. Я могу видео монтировать, ну вот два дня мы уже провели вместе, видео я за это время могла монтировать, спокойно вообще мы сидели, болтали, они, например, в спальне там, да, играли, мультики смотрели там, пожалуйста, то рисуют, то это, ну мы сегодня вышли, естественно, как бы там чуть-чуть проветриться на улице офигенная просто погода, реально ждем, когда будет следующая неделя, уже, надеюсь, все откроют, да, вот, по кайфу, и мне нужно будет сделать прививку, Милане уже в понедельник, наверное, воскресенье не буду, да, уже в понедельник я позвоню и поеду, ей надо сделать прививку. И в Леруа хочу поехать, чтобы выбрать кухню своей мечты. Вот. Так что сегодня отдыхаем, еще на связи. До вечера я с вами. Доброе утро, мои хорошие. Думала вчера вам закончить влог, но я думаю, что еще чуть-чуть можно поснимать, потому что я вчера не закончила влог, и как бы вот мы проснулись сегодня. Детки смотрят то мультики, то рисуют. Вот, пожалуйста, Денька красками рисует. Маркус раскрашивает раскрашку. Люба, а Люба потеряла кисточку свою. Все потеряла. Ищет и не поймет, куда дел. А, еще кисточку и зарядку, да? От телефона. Вот. Мы сегодня чем? Мы проснулись, уже позавтракали, я уже искупалась. Вот, сейчас буду делать кофеек, сядем, чуть-чуть проснемся, да? Да. Вот. Ну что, мои хорошие, я сняла видео. Вы что там, Милку? Тихо! Так, да стоять. Успокойтесь. Мила, вылазь, моя девочка. Господи. Все, моя кость. Прикольно.
Люба решила опробовать швабру. Ты меня снимаешь, я какая-то. А вот-вот. Вот так мы ходим дома. Я говорю, ты что, швабру новую хочешь попробовать? Она такая, ага. А мы сняли пока видосы. Люба смонтировала второе видео на канал себе. Заходите, посмотрите, ссылка под видео. И еще это. Я сняла тоже новое видео. Сюда нельзя садить. Мы уже оделись и вдруг проголодались. Любашка бутерброды пока делает, а я смотрю, как эти. Смотри. Прям у них тут какой-то разговор серьезный. Опа, напала, да? Нападает на тебя? Вот так. Только не обижай ее, Дэнни. Нельзя, она маленькая, ты чё? А чё ты весь у меня в этих... Смотри, как она на него смотрит. Милан, ты воспитываешь пацана, что ли? Смотри, как она идет, хвост распушила, как белка. Как это, смотри. Готова к этому, к атаке. Кто у нас несет большой пакет с мусором? Дэнни не дал мне, забрал, да, котик? Чем мой мужик? Можно детям играть. Мы пришли с гулянки. Денька грязнуля такая, на голове бардак. Кепки был, вспотел. Он машинку. Машинку пойдем играть. Раздевайся, снимай штаники. Сейчас пойдем купаться, мыть ручки. Да? Красотуля моя. Такой мальчик, зайчик у меня. Такой вредненький. Такой малюнечка маленькая. Где наша Милана? Что Милана делает? А? А где Милана? Вот она. Маму ждет, да? Ай, ты моя. Девочка моя. Мама тут. Мы пришли. Мы пришли, Коша. Встречай. Ой, ну что, мои хорошие. Короче, мы устали. Малых уложили. Хотели сделать ногти. В итоге сил нет. Ждем, пока откроются салоны. Завтра понедельник. Возможно, даже уже какие-то салоны откроются. Сейчас буду узнавать. Буду с вами прощаться, сажусь монтировать это видео. Люблю вас, целую. По полезной ссылочке под видео обязательно заходите, поддерживайте нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Целую вас, люблю. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.